под номером 3 Оксана Миронова. Она представит вам свою основную работу. Сундук для приданного в технике нижетагильская роспись. Вот уж где действительно и фантазия, и любовь к своему делу, и желание радовать других. Встречайте, Оксана Миронова! Сундук у Марии с косницы будет. Да, конечно, тяжелый. Там чего только нету. Всякого барахла. И всякие бусеринки, и вышивка, и глина. А уж лоскуточков-то столько, что не сосчитать. Ай, неважно. Мне этот сундук совсем для другого нужен будет. А весь хлам я выброшу. Ой, в печке сожгу. Бабуй, подожди. А для чего он тебе нужен-то? Я замуж собралась. Замуж? Замуж? Бабусь, ты что, серьезно? Да. Ты себя в зеркало-то видела, нет? Ты хошь сундуком, хошь без сундука. Кто тебя возьмет замуж-то? Ты ж старая. Я старая? Старая. Ну, котик, ну сам, ну посуди, ну как я замуж без сундука пойду? Ну, как? Никак. Как? Ой, и как кикиморушка в гости нагрянула. Девка по саду ходила, да по зеленому гуляла. Ой-ли-оли, 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 да ой-ли-оли. По зеленому да гуляла, с ноги на ногу ступала. Обознатушки, бабушка! Марья я, искусница. Думала, что случилось, а нет, все нормально. Ага, здравствуйте. Нормально. И вам не хворать. Как же мне у нее сундук с рукоделием забрать? Чем занимаетесь? Да так вот, вещи старые в сундуке разбираем. Вещи старые. Да это же не модно. Модно, знаете, что? Что? Вот, если бы, котик, ты был моим, я бы тебя в цвет своего платья перекрасила. Бабуся, не надо. Не отдавай меня. Ой, тихо-тихо. Да кому ты, кроме своей бабушки старой, нужен? А еще, знаете ли, модно картины известных художников. Картины. На стену в гостиной вешать. Очень модно, вам говорю. Картины на стене в гостиной. Да. А у тебя, бабуля, гостиная есть? Конечно, есть. С русской печкой посередине. Значит, на ней травки сушеные, грибы поганки, змеиные шкурки и там еще что-нибудь. Ой, ну это уже лишнее. Говорю же тебе. Очень модно. Картины на стене в гостиной. А еще, если их пишет известный художник, как Никас Сафронов. Это вообще писк моды, я вам говорю. Ишь ты, светская львица. Да? Никса Сафронова ей подавай. Ну где я тебе в чаще Никса Сафронова возьму? Котик, а ведь мне тоже нужен портрет. Я как без портрета замуж-то выйду? Картина? Портрет? Бабуль, да нарисуем мы тебе портрет. У нас и свои художники имеются. Где? Пусть не Никас Сафронов, а Котас Семенонов. Да, бабуль, я без проблем. Я сейчас волшебный карандаш отсюда достану. Ау! Ау! Я не знаю, есть там карандаш или нет. Эх, бабушка, и не стыдно тебе. Хочешь замуж, стань честной и доброй. И нечего людей обманывать и сундуки чужие рукодельные воровать. Да? Ну, бабу, ну, бабу, 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 ну, не реви.
Не реви. Бабусь, ну ты не переживай. Да мы я и без всякого волшебного карандаша тебя так нарисую. Точно нарисую. Да? Конечно, нарисую. И замуж мы тебя по-любому выдадим. Понятно? Чего? А ты знаешь, чем я рискуюсь? Забирай свой чемодан. Не нужен он нам. Мы и без него справимся. Понятно тебе? Бабусь, все нормально будет. Не переживай. Да разве ж я его для себя расписывала. Для и кого? Делала. Для сказок добрых и песен веселых я его рукоделила. Эй, девчонки, запевай! Нашу бабу-ягу